Олимпийский чемпион, уроженец Тирасполя Артур Далалаян объявил о завершении карьеры. По крайней мере, так его пост в Инстаграме поняли СМИ. В медиа десятки шокированных статей. Как уходит? Всегда приходит время принятия решения. На двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета. Это незабываемые годы. Но, наверное, пора бы уже приземлиться. Тут же отреагировал главный тренер сборной России. Для него этот пост оказался сюрпризом. У него, наверное, есть определенные проблемы, сложности, на душе что-то накипело. Возможно, семейные проблемы. Он очень возбудимый, что-то там выдал. Что теперь, на каждый пост реагировать? Олимпийских чемпионов так не воспитывают. Пусть он сам объяснит, что к чему. Через время сам Далалаян все объяснил. Старый пост удалил, вместо него появился новый. Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так, меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Олимпийский чемпион продолжает карьеру. В подтверждение – свежие сторис. На них Артур занимается на перекладине. Ложная тревога. Медали еще будут.